Приветики-пакетики! Сегодня я найду 3 рандомных команды и проверю крепкость их дружбы. В этом мне поможет мой пулемет. Всем приятного просмотра. Опа, кто побежал? Ого, Алексей 227. Так, кто тут нарывается? Лёха? Лёха, чё с тобой? Блин, ты чё опять автобег поставил и в толкан ушёл? Почему мне вечно приходится твой зад прикрывать, а? Ладно, сейчас мы тебя покинем. Что мне с тобой делать? Блин, ты же еще нифига не в себе. Ладно, сейчас я тебя спрячу. Вот ты, конечно, засранец. Мне пару очков до короны осталось. Леха, это подстава. Ладно, надо сейчас тихонечко посидеть, подождать Лёху. Что за крыса мне в спину стрельнула? Вот гады. Принципиально, всё заберу. Опа, еще 2 участника социального эксперимента. Сейчас мы к ним подъедем. О, Витя. Ай! Охренеть, пингануло. Так, сейчас вылетаем. А, да что это такое? Где я? Блин, я как та муха, которая в окно вылететь не может. Мне кто-то голову снес, помоги, пожалуйста. Не могу. Брат, я теку. Да подожди ты. Расплати мне, кто-то где-то сидит. Вот он тот, он тот. А не, с другой стороны. Ну, плиз. Вот это поворот. Ага, значит, тиммейта поднять ты времени не нашел, а себя захилить, пожалуйста. Ой-ой-ой, дадим ему вернуть тиммейта. А теперь проверим его товарища. Витя, вот, держи, тебе пригодится, уж поверь мне. Так, ждем. А, вон он! Прыгает, прыгает! Витя, держись! Сейчас мы его как вдвоем! Спасибо, Тики. Он тут! Наверху тут! Где? Он здесь! Никого нет. Ты что, не видишь его? Вон он сидит, смотрит на нас. Где? Да вот где он! Да куда ты убежал? Я испугался. Что ты делаешь? Вон, в дом заходи, тут безопасно. Ага, сейчас.
опять здесь. Не бойся, тут безопасно. Какой безопасный? Обернись. А? Чё ты там сидишь? Иди сюда. Сейчас я тебя подниму. Когда у тебя день рождения? А шо? Я тебе телевизор куплю для PUBG, чтоб ты хоть кого-то заметить смог. Спасибо. Ой, а я шо, не поднял? Ты чё, не видишь? У нас чел, блин, с пулеметом на крысе. Витя, по-моему, у тебя паранойя. Я что, по-твоему, сам падаю? Ну, со всеми бывает. Идиот. Вот сейчас обидно было. Извинись. Да подними. Ой. Кто тебя так? Да обернись, Тузя. Я отомщу. А где эти гады? А тут же никого нет. Ну, друг хороший, а тиммейт, честно сказать, не очень. Опа, это кто у нас тут? Все, сейчас будем на тебе социальный эксперимент проводить. Бро, что стряслось? Подними. А это безопасно? А то мы в открытом поле. Да нормально, он меня походу вообще не заметил. Чисто на машине по мне прокатился и уехал куда-то. Точно? Да, стопудово. Он последний остался, сейчас мы поднимемся и я так... Ну, сейчас мы его найдем. Братан. Шо, опять? Не понимаю, как он нас находит, мы просто окружены травой. Не знаю, читер, наверное. Ботан, подними. Я устал. Сколько можно? Ты вообще сказал, что мы в сейве. А это ни хрена не сейв. Тебя постоянно нокают. Куда ты меня потащил? Туда, где тебя уже никто не нокнет. Спасибочки. Сейчас я тебя в кустах похороню. Братан, не надо. Ну все, покойся с миром. Взял, закопал тиммейта. Это явно плохой друг. Или лучший.